Ежегодно, вот уже третий год подряд, 12 декабря, в День Конституции, по всей стране проходит единый день приема граждан. Ивановская область не стала исключением. Задать свои вопросы, рассказать о проблемах и пожаловаться жители губернии смогли исполняющему обязанности председателя правительства Сергею Зобнину. Обращения самые разные. Больше всего людей беспокоят проблемы ЖКХ. Прием – шанс приблизиться к их разрешению. Прямо в ходе встреч зампред дал поручение профильным департаментам разобраться в ситуациях и принять меры.